Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если ваш iPhone 7 постоянно перезагружается, то самые распространенные неисправности заключаются в следующем. Выход из строя аккумуляторной батареи, либо контроллера питания, либо его обвязки. Это самая распространенная неисправность, из-за чего iPhone 7 может перезагружаться. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.